Минск, 18 лютого 2018 года, навокал нас суцельное свято. С гэтай нагоды мы распачынаем тут і цяпер праект, які называецца «Ліхтаральная міля». Па аналогіі з барнай мілей мы пройдзем па выбарчых участках Мінска і на кожным, дзе ёсць буфет, вып'ем грамулечку каньячку. Будзе цікава, наколькі нас хопіць, пакажа бліжэйшая гадзіна. Заставайцеся з намі. Скажыце, а каньяка у вас няма, да? У соседзі каньяк. На жаль, тут нам не пашанцавала. А ў соседзі это дзе? Да не, ну... А, у іх у цукерках ёсць каньяк, да? Ну, хоць так. Што ж, сябры, на першым участку нам не пашанцавала. З алкаголю там былі толькі цукеркі сталічныя з лікёрам. Але мы працягваем нашу ліхтаральную мілю. І на чарзе ў нас гімназія нумар 74. Паспрабуем, паглядзім, што ёсць там. Скажыце, калі ласка, а ці ёсць у вас каньяк? А ці можна набыць крышачку? Давайце 50. Бюджэт нашага мерапрыемства пачынае расці. На трезвую там сядзіце? Или, может, с вами вып'ем за выборы немножечко? Нет проблем. А, у вас уже закончилось? У нас никогда не кончилось. Ладно. Рано, Даша. Знаем, не надо мешать. Мы не мешаем. Вы сейчас мешаете домашнему. Мы же хорошо общаемся, все, не надо. Все, я категорически против. Александр Иванович, не ну надо мы... ничего снимать, не надо. На жаль, выпить с выборщиками у нас не отрымалось, не дали, але так, сами по себе, можем. За выборы. Зараз мы знаходзімся побач са школай нумар 1 у горадзе Мінску і паспрабуем патрапіць у тутэйшы буфет. Добры дзень. А можна мне, калі ласка, 50 грамаў каньяку? К сожалению, на вынас нельзя. А можна... Только в бутылечках. Скажите, калі ласка, а тут не забаронено вот сесть за столик, выпить коньяка? Ці это громадское место лічыцца? Можно. Можно? Ладно, дякую. Не забаронено, в принципе, вось такие выборы. Веселые. Символично, за выборы. Звычайно, у Беларусі нельга піць у грамадскіх месцах і тым больш у школах, але выбары – гэта час цудаў, таму пакуль што ўсё ў нас атрымліваецца. І яшчэ адзін цуд, сябры, мы даведаліся, што на адным з выбарчых участкаў у Мінску сярод назіральнікаў сядзіць вавёрка. Не выпіць з вавёркай у такі дзень мы проста не можам. Дзе мае арешкі? На жаль, для вавёрачак нічога не створана, ніякая інфраструктура на выбарчым участку, і арэшкаў няма, таму давядзецца проста піць сок. Спадарня вавёрка, сёння важны дзень у жыцці краіны. Давайце вып'ем з вамі за выбары і за тое, каб людзі свядома выказвалі сваю пазіцыю і абіралі хорошых дэпутатаў, якія будуць клапаціцца пра іх наступныя 4 гады. Мы, конечно, можем выглядеть странновато в этом выглядеть, але большим цирком, чем он уже есть, мы этот выбор сделать просто не могли. Протягиваем... Сейчас, секунду, я вспомню, как это называется. Протягиваем нашу лихторальную милю, сябры. Только что мы выпили у буфете школы с вавёрочкой. Зараз наступный челлендж, и у кадру рывается кандидат у депутаты Минского городского совета Денис Тихоненко. Денис, как настрой? Добрый, отличный. Вот зараз, как вы расцениваете свои шансы на то, как все-таки пройти у Минский городский совет? 100%. 100%. Ну, я надеюсь, что мы ничего не сопсуем. И зараз
Я не ведаю, сколько мы еще протримаемся, але я сподіваюся, не скончим еще нашу миссию. Пойдем. Скажите, калі ласка, а ці ёсць у вас коньяк? А можна мне, калі ласка, 50 грамулічок коньячку? А вы не на работе? Я на праце, але сёння моя праца у тым, каб піць коньяк. Часам бываюць такі дні. Тут выбраў 50. За чесныя і справядлівыя выбары. Дзяніс ужо размаўляе лозунгамі, як депутат. Хороший коньяк, а не лепше все ж в моей родной школе. Сябры, еще 50 граммов инвестиций, и я нерухомость, тому мы вымушены скончить нашу электоральную милю у этой чудовной школе на улице Асаналиева в Минску. Выснова такая, выборы – это чековная махчимость для любого белоруса выпить, закусить. Але человечьим махчимостям рано или поздно все ж таки приходит конец.